если подойдете сюда и не будете сильно дышать, не только там дергаться и драться, а даже сильно дышать, то все сможете увидеть. А ну-ка, у вас как-то положение. Целый браму? Ага, а какой? Какие скелеты у всех членов становятся? Внешние скелеты панциря. Футляр одетый сверху на тело. Тело членов становится. Футляр жесткий. Вопрос, каким же образом можно попробовать вырасти, увеличить размер, если ты сидишь в консервной комнате? Поменять. Временами раздеваться. Временами раздеваться. Значит, все членистоногие растут только за счет линек. Время от времени сбрасывается внешний скелет. Линять умеет только личинки. Нет. После последней линьки рост останавливается полностью. И вот смотрите, на такой сброшенной шкурке отмоделированы абсолютно все части тела. Все усики, все конечности, все сегменты брюшка, все сегменты головы и так далее. Тело упаковано во внешний скелет со всех сторон, никаких дыров нет. Поэтому такая шкурка будет являться очень точным слепком с тела. Казантика, поговорим, как же у этих ребят происходит видеть. Здоровую толщиной палец, бледно-зеленую, из которой торчит желтая щетина. Да. Это гусеница большого ночного парменьего глаза, одной из самых крупных бабочек Европы. А бабочка, которая выведется из куколки, в которой превратится такая гусеница, будет иметь размах крыльев выше, чем у воробья. То есть бабочка с вот таким размахом крыльев. Мы видели такую гусеницу. Да. Вот эти гусеницы. Достаточно часто встречаем. Если вы видите гусеницу, которая, вот такую гусеницу, которая стала желтеть, уже не салатово-зеленая равномерная, а появились желтые тона, такие лимонно-желтые. Ага, эта гусеница уже готовится к превращению в куколку. Скоро она будет окукливаться. При окукливании она сплетет прочный кокон. Да. Не из белого шелка, как сплетают гусеницы, допустим, китайского шелкопряда, да? А из коричневого шелка. Шелк очень круглый, очень прочный. И это оказывается футляр вот такого размера. Здоровенный кокон. Внутри этого окона и будет происходить превращение гусеницы в куклу. Но на Казантипе с вами поговорим о том, что такое окукливание. А это процесс фантастический, нам его даже представить себе сложновато. У нас развитие идет абсолютно не так, как у них. А паутин это шелк? Да, конечно. Да. Бабочка, хотя покрывает вещи, получается, это очень прочно должна быть? Конечно, еще. Почему шелковая ткань настолько прочна? А шелк это очень прочно. А дело в том, что вообще для чего сами животные используют шелк? Для создания крепости. Да, там вот смотрите, а потом происходит, получается, а внутри кокона что происходит? Да. Вот об этом мы на Казантипе поговорим. Получше для охоты, а не для крепости его используют. Мы сейчас говорим о коконах. Кстати, некоторые пауки для защиты своей кладки, для защиты своих яиц, да, тоже сплетают коконы. А вообще-то пауки использовать могут для создания ловчих сетей. А еще для чего могут использовать шелковые нити? Для создания домов своих. Домов, согласен, а еще? То есть для транспортного средства. Не знаете как? Когда там берешь его за ниточку, а он выпускает. Второй половине лета, особенно в такой погожий вечер, когда очень сильного ветра нет, так, и ближе к осени, если присесть и посмотреть на траву, да, верхушки стеблей травы, как правило, покрыты сеткой из длинных-длинных нитей. Особенно это хорошо видно утром, ранним утром, когда роса выходит. Оказывается, что
вся трава покрыта тончайшей сетью, а на этой сети осели капельки росы. После того, как роса испарилась, такую сетку не видно. Откуда сетка взялась? А это расселяются молодые паучата. Каждый паучонок, вылезая на конец ветки или на конец тропинки, выпускает длинную нитку, длинную шелковую нить. После этого, если хоть чуть-чуть подул ветер, что начинается? Ветер подхватывает эту нитку и несет. А на конце нитки, как парапланерист, летит паучонок. Куда он прилетит, не знает никто. Так? Но это возможность отлететь подальше. Почему это выгодно? Конечно, смотрите, в этом месте из одного кокона вывелось, там, я не знаю, три десятка паучат. Если они там же останутся, то они начнут конкурировать друг с другом за пищу. Чтобы снизить конкуренцию, что надо сделать? Расселиться. А как же, если будут ветер в одну сторону? Там даже что, паучата все в одну сторону пойдут? Ага, можно попробовать такой эксперимент сделать. Взять и собрать несколько пушинок, допустим, от тополя, так? Ну или несколько любых очень легких предметов. Он на улице сейчас ветер, да? Положить их на ладошку и вот так подкинуть. И посмотреть, полетят ли они по метру все строго в одну сторону. Нет. Или ветер их разнесет все-таки еще в разную сторону. Конечно, разнесет. Ветер не дует параллельно направленными струями. Такого ветра на свете не бывает. Он, конечно, образует очень сложное завихрение.